Всем привет! Продолжаем знакомиться с работами художников, скульпторов. Голова Синурсетта III, около 1855 года до нашей эры. Желтый кварцит, 45×34×43. Перед зрителем харизматичный правитель Древнего Египта. Наклон головы, форма губ, посадка глаз – все указывает на властность, независимость и уверенность в себе. Сразу видно, что это выдающаяся и суровая нравом личность. Безусловно, данный портрет не может считаться полностью реалистичным, так как скульптор не запечатлел признак возраста фараона. Но мастерство неизвестного воятеля неоспоримо. Он изобразил Синурсетта III так, как тот хотел видеть себя. Названному правителю принадлежат слова. Я расширил свои границы далеко на юг. Я умножил то, что перешло мне по наследству. Нападать значит быть храбрым. Отступает только трус. Вот такое изречение правителя Синурсетта III. На голове властителя традиционный убор фараона. На лбу оберегающая от злых сил ковра. Ну вот такое описание к работе голова Синурсетта III около 1855 года до нашей эры из желтого кварцита я нашел в интернете. Текст по книге «Великие музеи мира». Пока-пока, до свидания, всего хорошего.